4-летняя Агата и 5-летняя Ева Давыденко давно хотели узнать, как делают мороженое. Свою мечту они рассказали маме, которая решила поучаствовать в федеральной акции «Елка желаний». Благодаря губернатору Алексею Русских праздничное чудо случилось. Девочки вместе с мамой смогли увидеть весь процесс изготовления любимого лакомства от и до. И мы показали процесс изготовления стаканчиков в вафельном цехе, его выпечка. Показали оборудование и процесс в варочном цехе и процесс фасовки, упаковки в фасовочном цехе стаканчиков в вафельных стаканчиках. Стаканчики для мороженого выпекают по формам и фасуют в отдельном цехе. Параллельно готовят смесь в специальных чанах, где смешивают молоко, сахар и различные добавки. Потом сладкую заготовку экстренно замораживают и помещают в стаканчики. Завершающий этап – упаковка готовой продукции. Экскурсия оказалась не только познавательной, но и вкусной. Гости смогли попробовать свежеиспеченные вафельные стаканчики и мороженое прямо с производственной линии. А в конце путешествия всем вручили подарки. Семье Давыденко знакомство с ульяновской фабрикой пришлось по душе. И тут вот нам позвонили, и мы снова поверили в чудо. Ну, девочки счастливы, как бы. Мне кажется, это мечта любого ребенка — увидеть, как мороженое производят, попробовать его. Ежегодная акция «Елка желаний» проходит по всей России с 2018 года. Благодаря неравнодушию наших соотечественников к 2023 году удалось порадовать более 100 000 детей. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.